Каждый аудиофил всегда с придыханием смотрит на монструозных скандинавских чудовищ, выходящих под маркой Грифон. Все мы знаем, что это всегда большое, тяжелое, очень красивое и бесконечно дорогое. Но несколько лет назад все изменилось, датчане сделали бюджетный усилитель. Ну как бюджетный? По меркам Грифон. Итак, ребята, я в галерее Назаров, в том самом отличном месте, где вы можете все это послушать, как и я, и, что самое важное, сделать свои собственные выводы. А пока вот вам история о том, что же это такое младший усилитель Грифон, по моему субъективному мнению. И чтобы у вас не оставалось сомнений в том, что с грифонами не шутят, они иронично назвали младшенького Диабло, Диабло 120, если быть точным. У компании всего два интегрированных усилителя, Диабло 300, который стоит больше 1,2 миллионов, и наш сегодняшний бюджетный красавец Диабло 120, который стоит около 900 тысяч рублей. Тут, конечно, надо бы возмутиться, что бюджетный интегральник почти за лям, да вы с ума там все посходили в своей Москве. Но должен сказать, что это действительно большой шаг и подарок для всех тех, кто хочет иметь у себя дома усилитель Грифон. И вот почему. В Грифоне говорят, что они никогда бы не смогли сделать раздельные предусилители и усилитель мощности, которые предлагали бы такой же уровень качества за те же деньги, что и хороший интегрированный усилитель. И отчасти благодаря своей интегрированной конструкции Диабло так хорош. Но также дело в том, что в Грифон трудятся какие-то отборные особые датчане, которые придирчиво испытывают и фиксируют результаты абсолютно каждого компонента любого своего девайса. Это значит, что в Грифон есть архив результатов испытаний не только каждого экземпляра устройства, когда-либо выпущенного ими, но и каждого отдельного их модуля, печатной платы и всего такого. С ума сойти. Ну и вообще по поводу производства Грифон. Все это создается исключительно в Дании, однако часть работ Грифон отдает на аутсорс, но не просто каким-то обычным подрядчикам, а производителям высокоточного военного и медицинского оборудования. Таким образом, они получают доступ к технологиям и методам производства, недоступным обычным гражданским компаниям. Хитрецы. Что касается нашего сегодняшнего бюджетного усилителя, не могу перестать называть его бюджетным. Это же так сладко звучит, как бюджетный Porsche. Типа, ты его уже можешь себе позволить, тебе всего-то навсего надо не купить 10 тонн гречки и 120-й Диабло у тебя в кармане. Ну что тут сложного? Ладно, зато концепция его в целом осталась точно такой же, как и у остальных компонентов Грифон. Это все такая же бескомпромиссно построенная штука с характеристиками почти как у ракет SpaceX. Уже один только этот сложно скроенный корпус одним своим видом излучает аудиофильское совершенство. Ну сами посмотрите, так элегантно соединить сложные формы мало кто может. В аудиофильском мире обычно как? Ты либо безголосый красавец, которым невозможно пользоваться, либо сладкоголосый глючный урод. В лучшем случае скучный середнячок. И вот любите нас такими. С Диабло же этой проблемы нет. Но есть другая. Он создан десятирукими богами дизайна и инжиниринга, поэтому если вы будете смотреть на него в присутствии своей женщины, она почти наверняка отвесит вам пощечину. И будет права, это чертовски красивый девайс, который хочется расцеловать. Именно поэтому Миша Борзенков пока не отважился о нем рассказывать. Сотрет же губы в кровь. Но если серьезно, то это реально потрясающе круто сделанный усилитель. Каждая мелочь в нем источает качество, каждый изгиб, каждый винтик. И все это просто очень круто на вид. Немагнитный и нерезонансный металлический корпус с очень удобной акриловой панелью. Ты, во-первых, все видишь, а во-вторых, этим легко управлять. Экранное меню очень простое и понятное. Этот усилитель умный, но при этом он хочет казаться простачком, чтобы не вызвать в вас комплексы. Все реально почти как для домохозяек в его интерфейсе. Ладно, не могу остановиться петь дифирамбы всей этой красоте, конечно, но давайте посмотрим, как он устроен. Хотя, еще сзади нужно все показать. Тут россыпь входных разъемов, разнесенных по канально. Один балансный и 4 несимметричных входа, плюс один выход тейп-аут для записывающей деки. Я даже не сомневаюсь, что это сделано для владельцев всяких штудеров и Atari. А какие крутые клеммы для подключения акустики, а? Над всем этим находится место, куда устанавливается опциональный ЦАП или фонокорректор, но, к сожалению, вы можете выбрать только что-то одно. Ну и, как вы понимаете, такая компоновка разъемов говорит нам о том, что внутри реальное двойное моно. Это два изолированных друг от друга полностью балансных монофонических усилителя класса AB без обратной связи. И единственное, что их связывает, знаменитый тороидальный трансформатор марки Holmgren на 1300 вольт-ампер, изготовленный по индивидуальному заказу. Причем эти усилители выполнены на двух- и четырехслойных платах со сверхкороткими путями прохождения сигнала, с особо толстыми позолоченными дорожками из меди и сведенные к минимуму разводкой кабелями. Конечно же, там жесточайшие отобранные детали аудиофильского грейда, вроде транзисторов с низким емкостным сопротивлением и неиндуктивных диодов.
Плюс они особо отмечают, что при разработке особое внимание было уделено заземлению, как в самых верхних их моделях. Питается каждый этот усилитель от своей собственной батареи конденсаторов емкостью 60 тысяч микрофарад. В общем, это черное-черное чудовище обладает весом в четверть центнера, выходной мощностью 120 Вт при 8 Ом, 240 Вт при 4 и 440 при 2 Ом, демпинг-фактором больше 1000 и, приготовьтесь, мое самое любимое, частотный диапазон его простирается от 0,1 Гц до 250 тысяч Гц. От 0,1 Гц, боже! Думаю, на этом можно остановиться с деморализацией. В общем, трудился он у меня с интересными колонками Franco Serbling Tema и Sonos Faber Olympica Nova 3. В качестве источника у меня был цифровой проигрыватель Ionos 10.2. И, в принципе, с Sonos'ами и этим Ionom это вполне гармоничная по уровню система получилась. С этим всем нужно быть осторожным, поэтому я начал с легких Ангуса и Джулии Стоун, и дьявол не заставил себя ждать. На треке Grizzly Bear можно сразу лечь и захлебнуться собственными слезами счастья. Вот столько форумных вояк обвиняют грифоны в безэмоциональности, говорят, что они, мол, круто, конечно, работают, но не музыкально, слишком строго. Да вы что, обалдели, что ли? Я тут чуть в ребенка не превратился, а вы говорите слишком строго. Да, это безумно точный звук, который, кажется, сконцентрирован на каждой второстепенной мелочи, на каждой звуковой крупице, но, блин, это невероятно вовлекающе все и очень эмоционально. Не нужно быть особенным специалистом, чтобы услышать, насколько живо вокалисты звучат. Грифоны безупречны в построении сцены, и ты не просто слушаешь какую-то легкую песенку, ты буквально видишь, как Ангус с Джулией обращены друг к другу, они реально перед тобой ведут диалог. Тимбрально усилитель не демонстрирует каких-то особых преференций в звуке, все достаточно ровно, и лишь неизменно высокая детализация явно показывает вам высочайший класс проработки. В звуке много воздуха, и весь спектр здесь насыщен послезвучиями. Причем я бы не сказал, что при всей этой детализации усилитель аналитичный. Скорее он точный, очень ритмичный, но вот у него нет того безумного следования всему, что приходит. Какую-то толику расслабленности он себе все-таки позволяет, потому что записи с неидеальным качеством он достаточно комфортно подает, не пилит тебя огрехами, и с таким звуком жить будет комфортно. Вот, например, пространная атмосферная электроника шведского дуэта Gitch обволакивает тебя густым, плотным, как северный туман, саундом, в котором тонут нежные голоса, и все это накрыто искрящимися, как иней верхами. Ну просто космический звук, очень богатый фактурно. Далеко не всегда так круто звучит синтезированная музыка. И вот еще, конечно, потрясающая динамика у грифона. Он очень сильный, и когда надо резко взорваться, черное чудовище делает это просто молниеносно. И ты чувствуешь, что он остается напряженным и играет мышцами все время. Блюзовые вещи дуэта Little Hurricane звучат открыто и детально. Вокал прямо волнами разливается, масштабно. Да и вообще все тут тяготит именно масштабно подаваться. Крупные образы у него ясные такие. Но интересно, что гитары быстрые, энергичные, но слегка легкие. А вот альбом Тони Аллена с Джеффом Милсом понравился, как звучит. Довольно ярко, с приятным жирком, увесисто очень внизу. Деталей столько, что не знаешь, что даже вкуснее, богатые низы или этот потрясающий бриллианс наверху. Великолепный звук. Тоже очень масштабный, все очень крупно подается, трехмерно, с пугающими иногда всплесками. Динамика, конечно, тут такая, что неподготовленные могут невротиками стать. Люблю такое. Конечно же, нельзя было не послушать на дьяволе альбом с подходящим названием Hailstun американской прогрессив метал группы Periphery. Конечно, не для того, чтобы кого-нибудь вызвать, тут вообще хоть завызывайся. Назаров в этом помещении уже столько лет, что в этом доме уже просто физически остались только одни аудиофилы. Поговаривают, что собака одной из семей, живущих над галереей Назаров, на слух способна различить немецкие и английские прессы стены и реагирует на акустические кабели, скрадывающие частоты на верхах. В общем, что касается насыщенной тяжелой музыки. Конечно, это отдельное удовольствие послушать прогрессив метал на итальянских мажорах, движимых дьяволом. Причем, если на солнцах это слушать, ну такое, металлисты в карамели, да. А вот на ктемах прямо норм, несколько необычно, конечно, но ни грамма не потеряно, звериный оскал буржуазных музыкантов на месте. Причем интересный момент заметил, кажется, что Diablo вообще тяготит ко всему такому. Как в музыке насыщенное место, так оно обязательно вкусно подается, знаете, с таким хорошим напором, с мясом, и детализация никогда не страдает. Что-то вот мне кажется, что там, где всем должно быть сложно, этому усилителю наоборот становится хорошо. Какой-то энтузиазм в нем есть, и это меня, конечно, подкупает. В целом, конечно, по-другому и быть не могло. Это, как мне кажется, закономерный результат, когда вещи делают с таким вниманием каждой детали.
Это отношение к продукту Грифон демонстрирует очень наглядно. Здесь вообще нет ни важных или второстепенных вещей, будь то дизайн, эргономика или качество звука. Да, что-то мне подсказывает, что не каждый может позволить себе такое, но это ведь не отменяет всех его достоинств. Кроме того, мне очень сильно импонирует то, что датчанам удается делать очень эмоциональные вещи, которые умеют разговаривать напрямую с твоим сердцем. Так что я говорю, усилитель просто великолепный, пусть и очень недешевый. Мечта.